Прогулка по саду с осмотром проделанной весной работы. Уже можно просто прогуляться, осмотреть. Посмотрите, пироканта уже сформировала ягодки. В этом сюжете я покажу, как проводила черенкование. Но пока цветение, посмотрите. Пироканта. И сейчас раздолье вот этим бронзовкам. А в этом году пироканта цветет роскошно. Пироканта – красивый кустарник, особенно зимой, когда вместо всех этих цветов куст усыпан яркими ягодами красного или оранжевого цвета. Сад красив своим разнообразием. Пироканта. Красивый кустарник, который вскоре мною будет обрезан. Подожду, пока отцветет это чудо. Цветет без запаха. Жалко, но буду обрезать, потому как хочу придать красивую округлую форму. Сейчас куст большой, высота 2 метра. И вот этот кустик тоже будет обрезан. Это куст пироканты, выращенный из череночка под банкой. Его я тоже буду обрезать и оставлю только 50-60 сантиметров, не больше. Совсем недавно пироканта имела шикарный цветущий вид, но настало время черенкования, обрезки, придания формы. Хочу придать ему невысокую шарообразную форму. Поэтому беру, вот так обрезаю, все череночки откладываю. Веточки, идущие внутрь куста, лучше удалить. Но если кустик будет вот такой, он не будет пышный, красивый. Поэтому сейчас все черенки я подготовлю к посадке и установлю тут же под банку. Черенков получилось много. Все ягодки я удалила. И посмотрите, убрала нижние веточки. И буду сажать по 4-5 под одну банку. То есть у меня здесь получится, ну вот так, под 3 банки посажу. Подготовлены 3 лунки. И их надо очень хорошо пролить водой, чтобы легко устанавливались череночки. Закрываю. Не буду показывать, как делаю все. Хватит одного примера. Под банку сразу же. И банку не буду убирать до весны. Так и буду зимовать. В общем, смотрите, как устанавливаю. Уже не первый год так делаю. И если закрыть шишками, не так сильно будет испаряться. Еще раз проливаю грунт. И буду поливать еще недели две. Как только просохнет, опять буду давать влагу. Обрезанный кустик выглядит вот так. На нем есть ягодки, и они зимой будут красиво украшать этот куст. Приступаю к обрезке и уже покажу, как будет выглядеть пироканта. А черенки буду устанавливать под банку точно так же, как в предыдущих кадрах. Ягод много в этом году, поэтому куст будет очень красивым. Пироканта обрезана. Установлены черенки под банки. Теперь моя задача их поливать. Надеюсь, информация для новичков будет полезной. Сегодня 18 июля. Видите, что банки так и стоят под одним кустом. И точно так же и под другим маточным большим кустом. И время от времени я их поливаю. Но весной я также
подсаживала укорененные черенки к этому большому растению. Работа проделана, и теперь только наблюдать, чтобы все шло своим чередом.